В один учебный зал забрался жук. Решив ученым стать, залез на книгу. Не замечая четких строк и букв, он пробежал по ней без остановки мигом. Поползал по ее страницам, не ведая, о чем там говорится. На переплете задержал он взгляд и удивился. Люди говорят, что всякое учение — труд, весьма тяжелый и упорный. Все это вымысел их вздорный. Да я за несколько минут берусь изучить хоть самый толстый том. Сейчас на практике я убедился в том. Но как тот жук таким манером не старался, он до сих пор всего жуком остался.